Здравствуйте, на телеканале Десна ТВ Новости, в студии Олег Соловьев. В начале выпуска коротко его основные темы. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тенденция достаточно тревожная складывается. Соответственно, сейчас мы прорабатываем вопрос об организации дополнительных и развертывании дополнительных коек. Общегородской осенний субботник МУП ККП. Вот вышла в этот день сама поучаствовать в этом мероприятии, чтобы было красиво, конечно, и чисто. Это за этим палисадниками я сама ухаживаю. Конечно, хочется, чтобы все принимали участие побольше. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 3 ноября. На повестке дня, как и ранее, текущая эпидемиологическая ситуация в Десногорске и меры по ее оптимизации. К 3 ноября нарастающим итогом в Десногорске 680 заболевших коронавирусом. Из них выздоровевших 62%. Это 422 человека. В целом динамика пока не дает поводов говорить об улучшении ситуации с ковидом. За последние 7 дней отмечено 60 новых случаев заболевания. На 70 койках находится 66 пациентов. За неделю поступление пациентов увеличивается, тенденция достаточно тревожная складывается. Соответственно, сейчас мы прорабатываем вопрос об организации дополнительных и развертывании дополнительных коек. Пока коечный фонд планируется увеличить на 30 единиц, до 100 мест. В связи с этим подготавливаются материальные запасы и новое штатное расписание, в котором будут задействованы ординаторы из медицинского университета Смоленска. Два клинических ординатора у нас идут работать в инфекционную поликлинику. Один врач-ординатор у нас идет врачом-стажером. Пойдет во вновь открываемые койки ковидные, и в понедельник ожидаем еще прибытия двух клинических ординаторов, анестезиологов, реаниматологов. Только начавшийся учебный процесс в школах уже на 3 ноября окончился для двух классов двух школ. Из-за случаев ковида очное обучение прекращено для 4 класса 1 школы и 9 класса 4. Ранее мера уже коснулась одного класса 2 школы. Итого на дистанционном обучении находится 72 человека. На больничном также и персонал учебных заведений. Наиболее серьезная обстановка в 4 школе, где 60% руководящих сотрудников заболели. По всем остальным школам количество заболевших составляет 5-6%. Значит, в 1 школе 13%. По образовательным дошкольным учреждениям, значит, критическая достаточно ситуация: детский сад «Теремок», руководящих 50% работников, остальных 38-22%. В «Лесной сказке» по руководящим все хорошо, по педагогическим 23%. И в детском саду «Ласточка» 43% младших воспитателей, 23% обслуживающего персонала находятся на больничном. Глава города Андрей Шубин поручил представителям городских служб незамедлительно докладывать ему о дальнейших изменениях эпидемиологической ситуации и мерах по реагированию на них. В преддверии холодов коммунальные предприятия закрывают летний сезон генеральной уборкой. На субботник 3 ноября вышли более 100 человек – сотрудников МУП ККП. В зоне их ответственности дворы города, а именно опавшая листва, которой не место под ногами пешеходов. Десногорск у нас, город имеет много насаждений, поэтому объем работы довольно большой. То есть, как бы, ну, по плану мы хотим, чтобы за сегодняшний день по максимуму все-таки произвести эти работы. В помощь людям в том числе коммунальная техника, 3 грузовика и 1 трактор. Традиционно таким способом удается собрать несколько десятков мешков с листвой и вывести их за пределы города. К полезной инициативе присоединились и горожане. Среди немногочисленных желающих – жительница 4-го микрорайона Надежда Соловьева. Вот вышла в этот день сама поучаствовать в этом мероприятии, чтобы было красиво, конечно, и чисто. Это за этим палисадниками я сама ухаживаю. Конечно, хочется, чтобы все принимали участие побольше.
Но то ли из-за погоды, то ли из-за эпид-ситуации, но горожане решили в этот раз проигнорировать субботник. Но такое мероприятие можно провести в любой день недели. Как говорится, было бы такое желание. В конце выпуска о погоде. 5 ноября в Десногорске пасмурно, ожидается дождь. Днем плюс 8, ночью до плюс 6. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго. We'll be right back.